Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Что у нас здесь интересного? Так, задание. Получить. Это тоже получаем с тобой. Слушай, ну неплохо, даже 5 рун нашли, только почему-то я не... Ага, все, забрал. Наездники, а тут-то у нас что? Заполните ячейки наборов жетонов. Да, этого мне пока не светит. Ну что, давай, наверное, отправим наших дракончиков на приключение. Изучите волну, пускай летят. Естественно, будем выбирать режим бесплатное. Там, конечно, награды не очень хорошие, но зато бесплатно, друзья мои. И отправим на поиски. Все, полетели дракончики. Так, что у нас здесь по заданиям? Давай посмотрим. Улучшить лохань рыбы до 8 уровня. Так, и дровница у нас уже улучшенная. Для того, чтобы улучшить, сколько мне нужно древесины? 49 тысяч. Очень много, на самом деле, очень много. Хорошо, а какие еще задания есть? Ну-ка посмотрим. Поручите драконам добывать 200 тысяч единиц древесины. Я даже еще 100 тысяч не насобирал, друзья мои. Повысьте уровень шепота смерти на 3. Так, где у нас... Шепот смерти, вот он. Слушай, блин, вот такое же яйцо у меня, ребята, есть. Я его только что буквально нашел и поставил вылупляться. Вот, через час 21 минуту он у нас появится, этот шепот смерти. Но я так понимаю, что он нам не нужен, потому что он уже есть. Так, слушай, у нас тут с тобой пак созрел, давай открывать. О, кошмарный пристиголов. Крылатый ужас, шепот смерти, громобой, экзотический шепот смерти. Прикольно. Так, сразу ставим с тобой следующий пак на открытие. Слушай-ка, и, наверное, мы сейчас с тобой отправимся на аренку. Сейчас отправимся на аренку, но сначала я все-таки здесь дособираю все, что у нас есть, все, что не приколочено. Заодно посмотрим, что мы еще не доделали. Так, тут мы что-то выполнили. 50 конфет получили мы с тобой. Надо еще мне забрать, друзья мои, пак. Бесплатный пак. Вот он у нас тут находится. 6 монет Одина мы с тобой зарабатываем. И давай посмотрим, что же нам здесь выпадет. Ага. Громоль. Дымодышащий душитель. Шепот смерти. И 1000 бревен. 2000 бревен. Так, обычная звездочка. Редкий. Я не знаю, капкан какой-то. И вострозуб. Причем обычный, ребята. Вострозуб, но он у меня есть. Понимаешь, дело в том, что вострозуб у меня есть. И я даже не знаю, отпустить или разместить. Пускай, наверное, он будет пока в инкубаторе у нас, да? Что у нас здесь? Вот до сих пор, друзья мои, не могу врубиться. Вот здесь вот показывается, что есть какие-то новые драконы. Или что это за отметка вообще вот у этой книги делается? Так, и, кстати, я хотел глянуть, что у нас вот тут, например. Викингов на Олухе, 6800, ага. Это 10 тысяч лет мне нужно тут развивать мою деревню, чтобы столько получить. Согласись. Так, поиск. Уникальный. Жути-шут. Представляешь? Жути-шут. Такое название интересное. Мне нравится, как звучит. Ну что, друзья мои, в ближайшее время еще я, знаешь, что хочу? Так, что это мы тут можем построить? Вау! Слушай-ка. И нужно 55 тысяч бревен. На каждую. Ты представляешь, на каждую полянку? Замечательно. Очень нужно много бревен, друзья мои. Так, в данный момент у меня Беззубик в путешествии, ищет дракончика. Так, этот у меня на учебе прокачивается. Ну, в принципе, в данный момент вроде бы все сделал. Хотя, стоп. Стоп. По наездникам у нас все тихо и мирно. Чтобы вот этих открыть, 85 тысяч бревен нужно. 85 тысяч бревен. Вот мне немножко не нравится, ребята, что... Вот я их отправил, да, на поиски древесины. Я выхожу из игры, и у них вот проходит вот это вот определенное количество времени, да, там, например, там час 50, и все, и они перестают искать.
То есть вот в этом есть как бы минус. Причем очень большой этого всего. Вот что тут стоит? Иди, иди в лес, елки-палки. Таскай бревна. Ты понимаешь, что бревна мне нужны. Мне сейчас в данный момент не так нужна рыба, как именно бревна. И, ух ты. Поручите драконам добывать рыбу в течение 7 дней. В течение 7 дней. Да, господи, пускай летит и добывает. Я разве возражаю? Конечно же нет. Ну, а мы с тобой, соответственно, отправляемся теперь уже на арену. Вот она, родная моя. И будем сейчас с тобой здесь... Ой, вострозуба я хотел поменять. Блин, не успел, друзья мои, не успел. Вострозуб, ну, как бы не особо силен. Ну, он оглушает хвостом, да. Ну и все, в принципе. Так, начнем. Давай-ка продуманочку включать вон туда. Начнем с него. Опа. Понижаем броню. Шикарно. Так, а вот это мне не нравится, что он делает. Мой беззубик, ребята, может быстренько таким образом отдуплиться. Ну, сопротивляться будем, конечно же. Так, добивочный. Воу, массовая атака была, ты посмотри. Ну что, сюда бомбанем. Так, здесь, наверное, вот здесь. Хотя, нет, будем все-таки сюда бомбить. Будем уничтожать с тобой Громоли. Если успеем. Он силен, ты посмотри, какой он силен. Хм. Не все так просто, оказывается. Блин, какой же ты вострозуб слабый. Вот он просто бьет, ребята, бьет хвост. О, да он еще и слабый. Он еще и слабый. Мало того, что у него атаки нет никакой, он еще и слабенький. И я боюсь, что его сейчас уничтожат. Но мне бы хотя бы Громоля подбить. Я думаю, что дальше мы уже с тобой как-нибудь разберемся. Так, ну что, уничтожаем, да? Уничтожаем. И будем... Оу. Хильнуться можно? Слушай, ну это шикарно. Это шикарно. А вот это ты зря, парень, сделал. Ой, зря. Мы его и замедлили. Плюс еще атаку понизили. Я думаю, этот хлопчик будет наш. Мы сейчас с ним просто разберемся. Плюс мы ему блокируем все суперудары. Да-да-да-да, парень. Я понимаю, тебе очень обидно. Но с этим ничего не поделаешь. И последний удар. Бинго. Да, друзья мои. Вот так вот мы с вами побеждаем. Плюс 30 кубков. Ну, естественно, пак. Так, у нас с тобой пак в данный момент на активации стоит. Так что поехали дальше. Ну что же, пак мы с тобой получили. А нам нужно еще с тобой сделать аж целых 3 боя. Да, я знаю, что все ячейки заняты. Блин, подожди, отмена. Эх, не успел. Блин, хотел вострозуба поменять. Ё-моё. Ну, ох ты. Ты посмотри, какой у него. Нифига себе это. Ядрён матрёна, а? Какие у него мощные драконы. Я таких и не видел даже. Огнём сейчас, да? Ох, двойная атака. А если мы сделаем вот так вот? Блин, ну... Вот удар вот этот вообще ни о чем, да, друзья мои? Слушай, а по-моему ему крышка. Я не знаю, что вот этот дракон делает. Пши! Отхил делает. Понял. Сейчас опять двойной укус, да, будет? Или что, что он там? Нет, 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 что-то делает. Что это? Промахнулся? Ты серьезно? Фу! Парень, ну если ты промахнулся, то считай проиграл. Потому что мы сейчас тут будем вас расписывать. Причем по полной программе. Ну да, конечно, ага. Без зубика хотел меня наказать. Не тут-то было, парень. Так, понижаем защиту. И можно сказать, что этот хлопчик будет нашим. Мы его будем просто сейчас уничтожать. У него пониженная атака, пониженная защита. Ну, скорее всего, да, скорее всего, забомбят они мне его. Так, делаем с тобой суперудар.
Шикарно. Уничтожаем. И нужно брать... А, мы можем хильнуться, кстати. А почему бы и нет? Хил — это хорошо. Сейчас он сделает супер удар. А почему не стал делать? Почему он не стал делать супер удар? Объясни-ка мне. Что им движет? Не знаю, ребята. Наверное, движет то, что он хочет просто проиграть мне. Ну-ка, звездани его хорошенько. Оглуши. Все, друзья мои, ловит звездочки. Ну, а тут наше дело маленькое. Просто добить его. Добивай, беззубик. Шикарно. Вот так вот, друзья мои. 30 кубков получаем и продолжаем. Оу, 1500 рыбы даже дали. Спасибо большое. Ну что, давай-ка мы, наверное, с тобой все-таки поменяем мне колоду. Уберем отсюда Вострозуба. А вместо него возьмем... А кого нам взять-то здесь лучше? Ужасное чудовище. Ну, давай возьмем ужасное чудовище. Снарядить вот сюда. В плане, я не понял. Снарядить, говорю, вот сюдашеньки. Окей. Поехали. Надеюсь, он меня не подведет. Твою ж налево. Приступаем. Кого бы тут в первую очередь, а? Ну вот сюда, здесь повышенная атака. Так, тихо. Не надо бы, я не подожди-ка. Ну, можно, в принципе, и просто укусить. А что это сделает? Отнимает здоровье дракона и повышает силу атаки этого дракона на 25%. Давай так, наверное, сделаем. Что-то там собрался. Опа, уклонение, ребят, сработало. Ну, а мы запечатываем способности этому дракону. И я думаю, этот хлопчик будет наш. Так, ты, главное, держись там, братуха. Держись. Ну что, укусик? Отлично. Так, теперь вот думай, кого. Этого, наверное, будем, да? Ух ты! Смотри-ка, что он делает, а? Как он могет. Маленькая слабая атака. Сейчас будет, наверное, скорее всего, мне бомбить. Слушай, да нет. Блин. Беззубик, пожалуйста, не падай. Этот добьет, наверное, да? Добил из-под тишка. Ладно. Уничтожили. И блокируем. Блокируем способности. А у него повышенная атака. Нифига себе бомбит. На тебе. И добиваем. Ай, красиво. Согласись, красиво было. Побед за нами. И мы, кстати, сейчас будем иметь 1700 кубков. Прекрасно. Так, и 3000 бревен нам достается. Ну что, еще одну победку, и мы с тобой откроем пак вождя. А там, ты знаешь, прекрасно, да? Можно и ресурсы получить, и дракончиков на прокачку. В общем, самый топчик. Так, это что у нас, двуголовый? Так, а это что за... Офигеть. Ты кто такой, парень? Ну, начнем, наверное, тогда с него. Ох, ё, нифига. Хорошо бомбанули, да? Но он тоже не кислый, ребята. И причем понизил мне атаку. Понизил мне атаку, засранец этакий. Так, ты что будешь делать? Огнеплюй ты, понятно? Наверное... Слушай, ну тут у всех повышенная атака. По всем драконам. Но мне почему-то хочется вот этого вот. Посередочке, который стоит. Хочется мне его нашинковать. Так, что-то там. Блин. Сильно, друзья мои, бомбит. Возможно, даже без зубика мы с тобой потеряем. Блин, я еще и промахнулся, да? Ать. Ну вот и без зубика не стало. А зря он думает, что он здесь выиграет. Ничего ему тут не светит. Это уж я тебе точно говорю. Пускай даже не мечтает об этом. Стопэ. Вот так вот.
броню понижаем. Тихо, тихо, тихо. Что-то он тут разгулялся, я смотрю. Ну и как ты видишь, победа за нами. 30 очередных кубков мы с тобой заработали. И 3000 бревен. Ну что же, настало время открывать пак вождя. И что же мы здесь видим? Шепот смерти. Ужасное чудовище. Вострозуб. Злобный змеевик. Сарделечка. И все. Слушай, ну это прикольно. Мы, по крайней мере, можем с тобой прокачать. Ага, вострозуба. Конечно же, будем его улучшать. Слушай, ну если вот смотреть по здоровью, то он практически как танк идет. Да? Такой довольно хороший танк. Но я пока буду все-таки играть за вот это ужасное чудовище. Почему-то мне понравилось за него играть. Ну что, давай еще сделаем с тобой. Сколько тут получается? 3. Да, 4 боя. И, возможно, со следующего пака вождя что-нибудь прекрасное выпадет нам. Ну-ка. У него, по-моему, тоже, да, ужасное чудовище, я смотрю, тут есть. Начну-ка я, наверное, вот с этого. Вот с этого. Блин. Не нравится мне, что он тут... Уклонение, ребята, блин. Мне кажется, водореза сейчас уничтожит мне. Так, повышенная атака. Ага. Слушай, да какого же фига он делает? Посмотри. Водореза уничтожат мне. Трындец. Воу. Для меня это неожиданно было сейчас, если честно. Уклонение не сработало. Ну что ж, тогда тебе, парень, не повезло. Пониженная, да? Атака будет... Ну, добьет, конечно, добьет водореза. Было бы странным его оставлять. Ага. Так, а не хочешь ли отдуплиться, парень? Давай-ка ему кусь-кусь. Все, Громоль. Допрыгался ты. Это тебя не спасет. Правда, у нас броня пониженная. Так, мы ему понизим атаку. Это раз. Секунду. Вот так, наверное, сделаем. Я хочу повысить себе атаку. И... Нет, фигня какая-то получается. Давай дальше бомбить. Викинги там прыгают. Викинги, дракончики там стоят, смотрят. Вот так. И добиваем. Лишь бы не промахнуться, ребят. И все у нас получается. Хе-хей. Мы на арене, ну, как боги играем, ребята. Так, 1760 кубков и опять 3000 бревен. Ну что, очередной бой. Давай-ка посмотрим, кто тут у нас выйдет. Седьмой, шестой, шестой разряд. Кстати, по-моему, одного из драконов я не видел там. А, нет, видел. Просто не признал вот этого. И он начинает ходить первым. Так, ну что, начнем вот с этого, наверное. С центрального. Понизим броню. Водорез вообще, ребята, мне нравится. Офигенный чувак. То, что он вот понижает броню, а этот... Ага. Усиленную атаку. Сейчас два раза он ходит. Потом у меня ходит беззубик. Добиваем, отлично. Дальше. Так, он, потом я. Потом два раза он. Хотя, подожди-ка. А, это мой. Это же мой родной, что-то я его даже не признал. Ну-ка, давай вон туда, он бомби. Укус. Так, атаку себе повысили. Ох, ё-моё, вжарил-то как. Тихо ты. Значит, теперь два раза мы с тобой бомбим. Раз. А, нет, даже три. Два. И укус. Вот так вот. А что такое? А, X2 это у нас повышение энергии, да? В два раза. Да-да, по-моему, так. Ну, добьет, наверное, мне, да? Чудовище. Ну, понятно, ребят. Чудище он меня уничтожил. Мы с тобой убиваем тоже ему дракона. И уже переключаемся вот сюда. Хорошо всыпали. Почти на 400 был урон. Оп-оп-оп. Что? Вот это он, ребята, звезданул хвостом. Ты видел? Почти хп все снес, которого у нас там оставалось. Зашибись, это хорошо, что мы все-таки выжили здесь.
Почти 1800 кубков. Так, нам что дадут, рыбу или древесина? Так, нам еще с тобой надо сделать два боя. Два боя, да? Чтобы получить пак вождя. Ну, нам спешить некуда. Кстати, я что-то давно не видел, чтобы у нас было нападение на наш остров. И я давненько не отбивался. С кого начать-то, а? Фига себе, 8 уровня. Тут, друзья мои, какой-то перебор, по-моему, идет. Я тебе серьезно говорю, перебор. Тихо ты. Оу, оу, оу. Да, друзья мои. Трындец, он еще и уклонение сделал. Он еще и уклонение сделал. Как будем делать? Ну, я тут, наверное, скорее всего... Блин, трындец. Я проиграю, потому что у меня уровень маленький. Я не могу его пробить, просто, понимаешь? У него, да, атака слабая, защиты нету, но я его заколебаюсь пробивать просто-напросто. Сейчас потеряем с тобой вот этого вот чудовище наше. Уже потеряли. Печатаем, короче. Ну, печатаем и сразу же уничтожаем. А теперь с кого начать? Ну, давай вот с этого, с двухголового. Так, удвоение энергии. Замедление еще влепили. О, все, по-моему. Долетались. Ребятушки мои. Да офигеть, как он шпарит. Что? Офигеть, а почему так хреново-то мы пробиваем, а? Вообще ни о чем. А, тут же у нас атака еще пониженная. Вот оно что. Сейчас беззубика забомбят мне. Ну и что мы с тобой сделаем этим водорезом? Так, ну отхил, конечно, есть. Что он сейчас сделает? Понятно, броню понизил мне еще, да? Понизил мне броню. Соответственно, у него и так-то атаки не кислые. Видишь, да, что утворяет? Ну, снизил я броню. Сейчас влепит. Все. Проиграл, друзья мои. К сожалению, проиграл. Ну, извини меня. Уровень ты видел какой был у него? 8 и 7, не меньше. Ну, а нам предстоит сделать еще один поединок. Водорезу хочу 8 уровень. Опять, да, там начинается 6, 7 и какой там? Еще один 7 уровень. Практически та же самая команда, да? Ну что ты сейчас собираешься делать? Понял. Мы будем с тобой бомбить того, на ком стоит повышенная, ребята, атака. У него инсайд... Ёпарасоте! Трындец, друзья мои. Че сделал? Надо было блокировать его, да и все. Ладно, уничтожаем. Здорово, уничтожил. Просто здорово, ребята. Уклонение сработало. Угу. У меня, конечно, тоже тут уклонение сработало, но... Это не то. Немножко, ребят, не то. Интересно, здесь будут... Что это такое? Что он делает? Ох, ё-моё, и замедляшку влепил, да? Понятно. Офигеть, у меня, блин, скорость повышена. Этот не может сходить. Трындец, блин. Нет, тут все, ребят. Тут финита ля комедия. Бредятина какая-то. И уровень вроде бы не такой, как сказать, мощный. Синий, синий, фиолетовый. Оранжевый. Зеленый. Вот он у меня... Как... Кто он? Оранжевый, да? Оранжевый. Вот где здесь понять, ребят? Против какого? Блин, еще минус 5 кубков. Офигеть. Две битвы подряд проиграны. Ну что, давай, наверное, поменяем. А если взять... Не, громоруга не хочу. Да тут не на кого даже ставить. Очень-очень маленький у меня выбор. Кто-то мне говорит, бери этого Громеля, вот его. Слушайте, ребят, ну я пробовал им драться. Мне не зашел. Кто-то там доволен, а я что-то вообще как-то не особо хорошо. Этого Громеля
Ну, что тут у нас получается? Так. Он ходит первым, понятно. Начну-ка я, наверное, вот с этого. Чтобы не бомбил тут хвостом. Ага. Так, этот ледяной, что он там? Да вы достали, ну как вы так делаете, а? Ну ты... Пипец. А у меня нет слов, ребят. Распечатал, да? За 3 секунды. Ну мы тоже, конечно, быстренько ему убрали. Ну у него что-то скорость вообще зашкаливает. По убойке. Смотри, что творит, а? Смотри, что он вытворяет. Заблокировать бы броня. Ну ладно, давай броню тогда снизим, может быть. Как-то как-нибудь умудримся, говорю, завалить. Нет, не получится, ребят. К сожалению. Ну, если я даже здесь забомблю. Ты, кстати, не заметил, что мы что-то слишком часто промахиваемся? Слишком часто. Добил. Неужели? Так, а этот хочет, ребята, сделать какую-то массовую атаку, мне кажется. Могу ошибаться, но мне кажется, он подготавливается. Тоже мне, да? Твою же налево. Скорее всего, он первым меня пробьет, потому что у нас с тобой пониженная защита. Да, так и вышло. Ты, жесть. Ну, в любом случае, мы с тобой получаем пак. Угу, созрел. Давай смотреть. Душитель. Ага. Чудовище. Древоруб. И вострозуб. Вострозуб, ребят, просто на глазах качается. Уровень за уровнем. Кнут и прут. И все. Это все, что вы мне дали. Ну, смотри. Вострозуб-то получает у нас. Какой там уровень получается? 5-й? 6-й. 6-й, ребята, разряд у него. Я, наверное, уберу чудовище и попробую все-таки взять вострозуба. Чем вострозуб, ребята, может нам помочь? Он идет как танк. Ты видел, у него, да? Жирная толстая кожа. Его так легко просто не пробить. И я думаю, что от него будет больше здесь толку. Так, хотел посмотреть по поводу пака. Я же могу за просмотр? Да. Надо глянуть и получить еще одну колоду. Так, 6 монет Одина. И здесь... Так, обычный, 1000 рыбы, 2000 бревен, 12 рун. И все, что ли, на этом? Так, задание получаем. Здесь тоже получаем. И здесь. Так, примите участие в заданиях обороны Олуха. Вот. Давай-ка посмотрим, где у нас тут оборона Олуха. Давненько не было. Так, разбейте вражеский флот. Начать, конечно же, начать. И выбираем. Так, возьмем, наверное, вот этого. Вот этого. И... Так, 18 уровень. И вот этого. Ну что, к бою, друзья мои. Поехали. Надеюсь, победим. Какой у них тут флот? Ёпарсоте. Флот не кислый. Я вот не понимаю, вот это вот что? Время для чего здесь дается? Что я должен сделать? Непонятно. Давай, поехали. Защитите Олух. 3, 2, 1. Гоу. Поехали. Так, надо помогать, наверное. Такой малыш. Слушай, мы, кстати, с тобой одного дракона можем потерять сейчас. Причем в легкую. Дай-ка я вон туда, наверное, бомбану. Слушай, что-то тут совсем все печалька. Минус дракон мне. Сейчас и этого, скорее всего, подобьют. Эй, родной, ты можешь переключиться вот сюда? Нет, я не могу, ребята, им, да, по ходу дела управлять. Сейчас ключиком мы с тобой лишимся. Слушай, да тут фигня получается. Этот дракон не справляется. Он даже урон не наносит. Минус ключ. Переключись, правильно, вот так вот и надо. Подожги вот эту вот маленькую лодочку. Есть, поджог. Теперь можешь уничтожать этот корабль.
Ну, хотя бы два ключа мы с тобой получим. Если получим, конечно. Мы хоть наносим урон там. Еле-еле, ребята. Есть. Два ключа всего лишь мы с тобой получим. Ну, ладно. Что-то как-то дракона здесь очень слабо. Мне кажется, тут уровень ничего не обозначает, ребят. Тут как-то надо сноровочкой брать, хитростью. Так, ну что, забираем свои награды и открываем. 125 бревен и 125 рыбы. Открыть оставшиеся? Нет, не надо. Заберу. Эй, забияка, видела, как я остановил этих налетчиков? Мой боевой крик заставил их трястись от страха. Ага, ключевое слово здесь — крик. Да, мне еще не доводилось слышать, чтобы виск мамочка звучал так устрашающе. Хе-хе, прикалываются над ним. Ну, мы с тобой... Подожди-ка, я ведь... Вот, 70 конфет. Так, победите хранитель драконов 15 в схватке. Так, победите хитрый дракон. Ага, по 15 штук. А у меня вот здесь вот надо, да? 4. Получите предметы в путешествиях. Получите в схватках трофей 500. Окей. Так, получите 60 тысяч древесины. Так, 30 тысяч рыбы. И вот насчет ускорения. Где? Что за ускорение, ребят? Это, наверное, просмотр видосика, рекламы, да? Наверное. Так, давай заберем здесь с тобой все, что они тут мне напритаскивали. Так, слушай, ну 30, уже 40 даже, 40 бревен. 40 тысяч бревен. Это на самом деле круто. Так, обмен пока здесь делать не будем. Сокровищница пока тоже бесполезна, пускай простаивает. Кстати, я, знаете что, ребята, вот здесь вот хотел, думал изначально построить. А потом прикинул, а куда нам спешить? Нет, но если мы с тобой откроем, у нас здесь появится вещь новая. Я так понимаю, это лесорубка. То есть мы будем с тобой лес рубить. Или это все-таки рыбацкая хижина? Нет. Или да? Нет, это все-таки это лесорубка. А рыбацкая хижина будет, наверное... А ее здесь, по-моему, вообще не будет. И, кстати, здесь, видишь, какой-то кран. То ли мы добывать что-то сможем. Может быть, я просто об этом мечтаю, и мне так кажется. И чтобы прокачать нам с тобой до следующего уровня, да, зал света, нам нужно 5 драконов 24 уровня. Вот, в принципе, почему я так и спешу, ребят. Очень хочу сильно этого. Так, ну что, по заданию вроде бы как все. Так, улучшить лохань. Это еще не скоро будет. Да, это все еще очень-очень долго. Ну и вот это вот. У нас всего лишь 5 часов идет добыча. Нам нужно 7 дней. Это люто. 7 дней будут добывать. Ну, а куда одеваться? Кому сейчас легко, согласись. Ну, вроде бы и все, да? Больше мы здесь... Так, подожди, как конфетки. Ну, ценники мы смотрели. Ресурсы. Так... Ресурсы, руны. Это все, ребята, в магазинчике, да? Викинги. Зал света до 6 уровня нужно улучшить. И изваяние. Ну, это, конечно, да. У меня всего лишь один. Да, этот, как вот он, янтарь один. 1000. А вообще, сколько, где можно посмотреть, сколько у меня обычного тусклого января? Не показывают нигде. Плохо. Плохо, что нигде это не показано. Что нужно там? Максимальный уровень дракона. А, 30-й. 30-й уровень дракона сделаем, ребята, сможем с вами прокачать дальше академку. Ну что, друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.